Почти 1000 тонн сладостей каждый месяц отправляют на экспорт в Россию Кустанайская кондитерская фабрика. Десятую часть лакомств съедают жители соседней Челябинской области. На предприятии говорят, что расширить ассортимент и покорить покупателей 10 стран помогла реализация новых инвестпроектов. Чем полюбились российским сладкоежкам конфеты из Казахстана, расскажет Наталья Строкова. Семья Раисы Сафаровой кустанайские конфеты открыла для себя 5 лет назад. С тех пор в отделе с казахстанскими сладостями отовариваются регулярно, раз в неделю. Продукция казахстанская очень вкусная. Мы покупаем карамельку. В коробках конфеты вот берем подарочно всегда. Приятно подарить. И вкусно, и красиво оформлено. Печенье, мармелад очень вкусный. Нам очень нравится. Все наши знакомые тоже покупают. Кустанайские кондитеры производят более 250 видов сладостей. Из 65 тысяч тонн выпускаемой ежегодно продукции 30% уходит на экспорт. Основную долю занимает российский рынок. Приграничная фабрика делает самые крупные поставки конфет из Казахстана. Одним из наших довольно-таки крупных поставщиков в Казахстане является кустанайская фабрика. В неделю около 18-20 тонн. Довольно-таки приличный объем. С нашего основного склада все это распределяется по филиалам. Собственно говоря, продукция представлена по всей России. По данным таможенников, внешний торговый оборот Челябинской области с Казахстаном в прошлом году достиг почти 2 миллиардов долларов США. Мы можем уверенно сказать, что Казахстан является крупнейшим внешнеторговым партнером Челябинской области. Доля Республики Казахстан во внешнеторговом обороте области составляет 23,5%. Каждый месяц россияне съедают около 1000 тонн кондитерских изделий кустанайской фабрики. Такой спрос, считают эксперты, говорит о том, что рынок соседней страны готов принять не меньший объем сладостей и других казахстанских производителей. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Россия, Челябинская область, 24 KZ.